Хэл? Да, входите. Красиво у тебя. Это ванная? Тут нужно все вылизать. Я хочу, чтобы ты помыл за унитазом. Там грязно? Да. Когда ты думаешь о себе, что ты видишь? Мусор? О, да. Ты никто и ничто. Мне понравилась эта сцена. Мне тоже. Так странно, что этого больше не будет в моей жизни. В смысле? Знаешь, это работа. Твоя новая роль в качестве президента компании. Да, это очень важный шаг. Не лучшая идея продолжать заниматься этим. Хэл, ты не смог бы выполнять свою новую работу без всего, чему я тебя научила. Чего ты хочешь? Пол зарплаты, которую я обеспечила. Ты спятила. Представь заголовки. Глава компании засовывал себе ватные палочки в пенис. Его госпожа рассказывает все. Когда ты так это говоришь, звучит, конечно, странно. В этом номере спрятана камера. Я не хочу сейчас играть. Я и не играю. Ты тайно снимала наши встречи? Где чертова камера? Если она тебе так сильно нужна, найди ее! Ты долбаная психичка! Я мог бы избавиться от тебя, если бы захотел. Взгляни на себя, тебе это нравится. Ты возбудился. Снимай штаны. У тебя нет власти, она у меня. Что за... Что тебе нужно? Я что-то разблокировала в тебе. Нет. Святилище, святилище, стоп-слово, святилище! Ты хоть знаешь, зачем ты это делаешь, или это просто игра? Да. Стоп-слово. Взгляни на меня. Не смотри на меня. Прости. В кинотеатрах с 8 июня.